дорогие друзья! Сегодня у нас хорошее настроение, хорошая погода, и едем немного покататься. Дрифта, скорее всего, не будет, но я имею в виду, я, скорее всего, не буду кататься. Переобул резину заднюю, поставил летнюю уже. Осталось еще спереди переобуть, вчера уже не успели. Машина очень грязная. Салона уже ничего не видно. Сейчас надо будет заехать на мойку, полоснуть ее чуть-чуть. Дальше уже будем смотреть, что делать. Копеечку какого-то можно выпить, еще что-то. В общем, погнали. Какой красавец Opel. Жалко, что мы не снимали тот момент. Ой-ой-ой-ой, что они делают? Да там грибы. Видно, что именно она горит. Ну, видимо. Он на ключе у тебя? Не-не-не. Пизда. Порылся. Ебать на бэкшен. I'm gonna take you. Oh, when you get up, you're back.
что вот эта тридцаточка сегодня чуть подгорела. Жалко, но потушили, все хорошо. Ну все, в общем, закончился сегодняшний день. Получился он такой очень насыщенный. Эта машина, бедняга, загорелась, Серегина. Короче, жесть. Ну ничего, слава богу, все потушили вовремя. Не успела она там полностью начать в салоне гореть. То есть снаружи там она поплыхала. Вылили на нее все там огнетушители, что были, водой залили и потушили. В общем, все хорошо, все обошлось. Я не катался, я как раз вот это с Серегой катался, когда она начала гореть, но ничего. Конечно, когда вот приезжаешь сюда, смотришь на эту всю движуху, самому так хочется кататься, что ужас. Но ничего, скоро машину чуть-чуть подготовим и тоже буду кататься. А вам всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, дизлайки. Всем спасибо, всем пока-пока.